Формировать комфортную городскую среду в рамках регионального проекта начали даже в селах. В программе по благоустройству Янтиковского района участвуют населенные пункты, где проживает больше 1000 человек. Это Турмыши, райцентр Янтикова и Яншихово-Нарваши. Там в порядок приведут центральную площадь. В рамках этого проекта здесь будет ограждение по периметру, потом обустройство тротуаров малой архитектурной формы, также будет фонтан и будет это местом притяжения жителей населенного пункта. Мы очень рады, и на этой площадке мы надеемся, что будем проводить различные культурно-массовые мероприятия, и даже со школьниками мы можем приходить и устраивать свои даже внеклассные мероприятия. За 3 последних года в рамках проекта формирования комфортной городской среды в регионе были благоустроены сотни дворов, многоквартирных домов, скверов и других общественных территорий.